Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Поздравление». Поздравительное письмо адресовано Фатхуллину Сирину Закиевичу. У нашего горячо любимого папы Фатхуллина Сирина Закиевича сегодня юбилей. Дорогой папочка, с любовью и радостью поздравляем тебя с днем рождения. И от души желаем каждый день быть таким же довольным и счастливым, как сегодня. Мы безумно счастливы и благодарны судьбе за то, что нам достался лучший отец в мире. Отец, о котором многие могут только мечтать. Оставайся позитивным, добродушным человеком всю оставшуюся жизнь, которая обязательно будет очень-очень долгой, счастливой и здоровой. Папуля, мы тебе желаем счастья и поздравляем от души, родной. Пусть не настигнут никогда не Настя, беда всегда обходит стороной. С днем рождения, наш милый, мы желаем удачи и в работе, и в любви. Тебя, поверь, мы очень уважаем. Ты долго-долго, любимый наш, живи. С поздравлениями, ваши дети. Яқтық ислерімнің бәйләмін. Қызлы болсын әпкей туған күнің, юларыңа гүлләр сибілісін. Өмірләрің қадыр хүрмәтлерге, бәхет шатлықларға күмелісін. Қызлы болсын әпкей туған күнің, юларыңа гүлләр сибілісін. Өмірләрің қадыр хүрмәтлерге, бәхет шатлықларға күмелісін. Қарчық шулай мәрхәмәтлі болсын, изгілікдә болсын күңілің. Достларыңның жан жылысын тұйып, өйтсін әткей сенің қар күнің. Құтлы болсын әткей туған күнің, юларыңа гүлләр сибілісін. Өмірләрің қадыр хүрмәтлерге, бәхет шатлықларға күмелісін. Уважаемые телезрители, а у меня на этом все, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!